Сегодня в рамках нашего путешествия с удочкой по Грузии нам предстоит посетить уникальный природный заповедник – парк Вашлавань, о красоте которого мы были наслышаны, а вот попасть сюда посчастливилось только в этот раз. Рыбачить мы будем здесь же, в национальном парке на реке Алазани, что условной границей разделяет Грузию и Азербайджан. Размер наших сегодняшних трофеев не стал для нас неожиданностью и с лихвой был компенсирован неповторимыми пейзажами, раскинувшимися вокруг. А в заключении программы мы услышим еще одну кулинарную песню Грузии под названием «Креста». Здравствуйте, друзья! Меня зовут Шота Кварацхелия, я ведущий программы «С удочкой по Грузии». И по пути на рыбалку я не мог не остановиться в месте, которое называется Орлиное ущелье, потому что каждый грузин – настоящий орел. Но шутки в сторону, об этом месте более интересно нам расскажет профессиональный гид и наш очень хороший товарищ Нино. Здравствуй, Нино. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, Нино, ну вот эта вот красота, просто неописуемая словами. Где мы находимся территориально? Мы находимся в Кахетии, в районе Дедоплиц-Скоро, в 130 километрах от Тбилиси. И это место называется охраняемая территория Вашлавань, которая является одним из важнейших природных памятников Грузии. Скажи, пожалуйста, а вот откуда такое название появилось, Орлиное ущелье? Примерно 200 лет назад в округе было очень много русскоязычных поселений староверов. Они заметили, что здесь обитает огромное количество хищных птиц, похожих на орлов. На самом деле, это были огромных размеров грифы, размах крыльев которых достигал 3 метров. Люди называли их орлами и дали ущелью соответствующее название. Все птицы, да и сама территория, находятся под охраной государства. Здесь запрещено охотиться, пасти домашний скот. Поэтому пернатые очень спокойно себя чувствуют, обустраивают себе гнезда в скалах и активно размножаются. Это место по праву называют орнитологическим раем. Из разных стран мира сюда приезжают ученые и просто любители понаблюдать за птицами, которых многие видели только в кино и по телевидению. Но главной особенностью заповедника является разнообразие и плотность популяции различных видов хищных птиц на довольно ограниченной территории. А находящаяся неподалеку Алазанская долина с ее фермами и рыбными хозяйствами служит прекрасным источником пропитания. Парк Вашлавань был основан в 1935 году, а в 2003 приобрел статус национального заповедника. В настоящее время парк очень популярен не только среди орнитологов, но и у любителей пешего туризма. Множество маршрутов, различных по протяженности и сложности, готовы удовлетворить запросы даже самых требовательных туристов. Но что самое интересное, многие тропинки выходят прямиком в Алазанскую долину, которая славится своими виноградниками, а соответственно и уникальными сортами лучших грузинских вин. Представьте себе, как будет приятно, прогулявшись среди прекрасной природы и надышавшись чистейшим воздухом, выйти к виноградникам и оказаться в окружении гостеприимных хозяев, которые предложат попробовать вкуснейшее домашнее вино. Я думаю, что я буду один из первых, кто пройдет этот маршрут и закончит его вот в этих прекрасных виноградниках. Большое вам спасибо за интересный рассказ. Спасибо. Однако парк Вашлавань – это не только ущелье орлов. На огромной территории заповедника, а это порядка 250 квадратных километров, есть очень много интересных мест. Часть территории закрыта для туристов и является заповедной. На осмотр парка у нас было не очень много времени, поэтому мы постараемся рассказать вам о тех его местах, которые попадались нам по пути на рыбалку. Находясь в национальном парке в Вашлавань, мы не могли проехать мимо одного
известного дерева. Вот оно как раз за моей спиной. Это фисташковое дерево. Плоды этого дерева несъедобны, но дерево все равно фисташковое. Вы представляете, это самое старое фисташковое дерево на планете. Еще в советском периоде ученые где-то в 80-е годы сделали научные анализы. Они шнеком вытащили часть древесины, изучили его и пришли вот к такому очень интересному и сенсационному выводу, что этому дереву больше 800 лет. Парк интересен еще и тем, что на его территории представлены несколько природных зон. Кроме горной его части, которую мы посетили, это еще и степь и лесостепь, полупустыня и лиственные леса. Но вот об одной из природных зон парка нам хотелось бы вам рассказать более подробно. А поможет нам в этом сотрудник парка Ника Традурашвили. Мы находимся в самой крайней юго-восточной точке не только парка в Ашлаване, но и всей Грузии. Это так называемая полупустыня. Из-за своих уникальных по красоте пейзажей это место пользуется огромной популярностью у наших гостей, количество которых с каждым годом увеличивается. Скажи, пожалуйста, мне как рыбаку в первую очередь всегда интересно. То есть мне просто вот язык немеет, когда я смотрю все на эти красоты. Но скажи, пожалуйста, чем можно заинтересовать таких рыболовов, как я, которые путешествуют по Грузии с удочкой? Что здесь у нас есть? Здесь протекает река Алазани. Она является пограничной, то есть один берег принадлежит Грузии, другой — Азербайджану. В основном сюда приезжают рыбачить местные жители, но в планах есть идеи по привлечению и иностранных любителей рыбной ловли. Что касается ихтиофауны реки, то здесь обитают довольно большие самы, а также местные эндемики в виде различных усачей. В общем, здесь можно не только отлично отдохнуть, но и прекрасно порыбачить. Чем мы сейчас и займемся? У нас буквально есть 3-4 часа для того, чтобы спуститься вниз к речке Алазани, где мы обязательно должны поймать местного эндемика – усача чанари. Пройдя весь национальный парк в Ашлаване до конца, мы наконец-то добрались до нашей рыболовной локации, до любимой части моей программы на самом деле. Мы находимся в самой крайней точке Грузии, в самой крайней юго-восточной точке. Этот берег еще Грузия, а вот тот берег уже Азербайджан. А ловить мы сегодня будем фидером. Ловить мы будем усача, местного эндемика чанари. А как я это буду делать, я вам сейчас покажу. Мы будем рыбачить на реке Алазани. Это самая крупная водная артерия этого региона, Кахетии. Что у нас по ихтиофауне? Значит, река очень богатая рыбой. Здесь есть судак, здесь есть жерех, здесь есть лещ. Есть сазан, настоящий дикий сазан. Есть сом, очень крупные экземпляры, нам рассказывали. Есть практически вся бель, я ее перечислять не буду. Но наша цель сегодня – это местный эндемик грузинский, который называется усач чанари. Усач чанари дорастает до 17 килограмм. Я специально взял относительно тяжелый фидер. У меня стоит плетенка. У меня даже поводком стоит плетенка. Я объясню вам, почему. Вы, наверное, уже увидели, что река довольно мутная. Это ее нормальное состояние. И никакой осторожности, никаких тонких, изысканных снастей здесь просто не нужно. Рыба довольно-таки агрессивная, пищевая конкуренция очень большая. Рыба реально не различает, что стоит у тебя поводком. Тоненькая леска, которую вообще не видно. Или плетенка довольно толстая, у нас стоит 0,15. Ориентируется рыба не визуально, а ориентируется рыба по своим вкусовым рецепторам. Потому что у усача, от названия и так понятно, есть усики. И вот он патрулирует береговую линию, потому что в течение дня сюда сносит всяких насекомых, кузнечиков и прочее, и все это дело подъедает. Мы как раз будем ловить практически в береге, у береговой кромки. Здесь глубина приблизительно 1,5 метра. В двух словах расскажу вам о подкормке сегодняшней. Значит, базой я использовал пшеничные отруби. Также молотый жмых, где-то 50/50 в пропорции. Одну банку консервированной кукурузы. Туда же я добавил одну банку косвенного гороха сладкого. На сильном течении, чтобы кормушка быстро не вымывалась, я довел мою
подкормку небольшим количеством муки. Теперь она практически похожа на тесто и очень долго будет держаться на дне и приманивать рыбу. Ну что, заряжаем кормушку. Она у нас скользящая. На течении так удобней. Берем из нашего огромного ведра огромных толстых червей. Насаживаем довольно-таки крупного червяка. И обязательно сделаем небольшую подсадочку сладкой кукурузки. И первый заброс. Плевать на червяка я не буду. Может, рыбы сочтут, что это не гигиенично и перестанут клевать. Значит, заброс мы делаем совсем недалеко, практически в берег. Вот так вот. Кормушка упала на дно. Мы, к сожалению, в попыхах забыли стойку, но местный камыш очень хорошо будет использован вместо стойки. Поднимаем бейт-раннер, потому что у усача очень агрессивная поклевка. Это речная рыба, очень сильная. Он спокойно может стащить удочку, даже там экземпляр практически меньше килограмма, спокойно утаскивает удочку. А местные удочки привязывают. Ну, я думаю, я среагирую. Еще и бейт-раннер нам поможет. Так что все. Теперь уходим в режим ожидания. Снасть заброшена. Посмотрим, чем нас обрадует река Алазани. Ждем усача. Ну что, прошло приблизительно 15 минут, как наша снасть лежит на дне, ее активно вымывает. Я думаю, что кормушку надо зарядить еще раз. И я вот надеюсь, это была поклевка. Или это все-таки кормушка. Когда кормушка становится пустой, ее начинает болтать с течением. И вот это болтание очень похоже на поклевки. Да, это, скорее всего, пустая кормушка болтается на течении, надо перезаряжать. Ну вот, кормушка практически пустая, тут совсем ничего не осталось. А вот, что меня радует, это то, что червячка-то у нас подъели. Значит, какие-то гордые товарищи уже сюда подходили. Я думаю, надо их поймать обязательно. У нас, по-моему, есть рыбка. Нет. У нас есть трава. Пардон, но было очень похоже. Пробыв на данной локации около полутора часов и имея в пассиве несколько невнятных поклевок, мы решили сменить место. Благо перспективных точек на реке великое множество. Ну а гулять среди таких красот природы невероятно приятно. Ну вот, у нас какое-то сопротивление есть номинальное. А-ха-ха! Так вот он, легендарный усач Чанари. Ну, что я вам могу сказать? После многочасовой борьбы мне все-таки удалось одолеть этого монстра. Это, по правде говоря, это на самом деле усач Чанари. Да, это он и есть. Но он какой-то у нас недомерок. Но это усач Чанари. Либо у нас опять вот всяких
листиков на кормушку намотала, либо какого-то небольшого товарища мы все-таки, может, и ведем. Да, вот он. Ну вот что я могу с этим поделать? На самом деле это тот самый эндемичный усач-чанари, который растет аж целых 17 килограмм. Но мы, по-моему, попали в какие-то ясли. И сегодня у нас клюют исключительно чанары вот такого размера. Да? Нет, он уже красивый, безусловно. Но совершенно-совершенно маленький и наглый, потому что он раза 4 уже у нас обглодал весь крючок. Поэтому мы, конечно, его отпустим, пожелаем ему, чтобы он вырос большим и огромным. Ну вот он какой красавец, посмотрите, вот он. Иди, маленький, живи. Что является спецификой рыбалки в горной стране, да? Допустим, мы вчера звоним другу и спрашиваем, ну как там река? Он говорит, что все прекрасно, река чистая, рыба хорошо идет. Садишься в машину, приезжаешь и видишь вот такую картину. Огромное течение, вода поднялась, река просто коричневая. И ничего, крупная рыба залегла, или я не знаю, что она делает в таких случаях, а вот мелкая, как всегда, очень активна. Ну, река здесь, пищевая конкуренция очень серьезная. Мы пытаемся еще поймать рыбу, потому что все-таки поклевки у нас частые, червячков у нас объедают регулярно, наши друзья нам накопали целое ведро. То есть с червяками у нас нет проблем. У нас проблемы с терпением, потому что мы хотим поймать большую рыбу, а клюет маленькая рыба. И я не знаю, что с этим делать. У нас была довольно-таки неплохая поклевка. И на крючке кто-то явно чуть побольше, чем предыдущие товарищи. Ух ты! А это вот еще один эндемик наших водоемов. Это у нас усач Мурца. У нас в Грузии его называют Анджелина Джоли. А я вам сейчас покажу, почему. Ну вот, посмотрите на его губы. Они такое ощущение, что они силиконовые. Ну, на самом деле это не так. Просто он питается очень грубой едой с дна, соскабливает ее с камней. Поскольку мы, к сожалению, сегодня поймали лишь детский сад, то этого мальчика мы тоже отпустим. Давай, друг мой, иди. Все. Он ушел в родную стихию. Ну, можно считать, что наша рыбалка состоялась, потому что, во-первых, мы находимся в шикарнейшем месте, красивейший национальный парк, а богатейшая река Алазани. Мы, в принципе, и обрыбились тоже. Ну и вдоволь наловив мальков, мы переходим к самой вкусной части нашей программы, к кулинарной. И в самой вкусной части нашей программы, в кулинарной, я хочу вам представить моего друга, моего коллегу, моего тезку, знаменитого шеф-повара национальной кухни Шота Долидзе, который нам приготовит одно очень интересное блюдо, которое называется... Креста. Креста. Да. Что нам для этого надо? Нам надо соль. Соль. Хмели кинзи. Сушеная кинза. Утели ковели. Желтый цветок. Это у нас шафран, да. Уцхосунели. Уцхосунели, его переводить уже нельзя. Сакунлис рбили хорци. Телятина, да. Сулгуни кахехили. Тертый сулгуни. Камасоко. Шампиньоны. Цитали булгарули. Болгарский перец. Красный или любой? Красный. Для красоты, да, или по вкусу? А, нет, красный. По вкусу вот тоже так. Красота. Шеф-повар сказал красный, значит красный. Лук. Лук. Зеленый перец, да, я вижу, да? Да. Помидоры без кожуры. Помидоры очищенные без кожуры. Да, и чеснок. Сначала нарежем мясо продольными полосками. Сколько грамм у нас здесь мяса? Здесь у нас 300 грамм. 300 грамм. И на сколько человек получится порция? Это залим сухой кардиган. В общей сложности эта порция получится на 3-4 человека. Мясо уже у нас готово. Там процесс чуть-чуть, да, вообще 200 рублей.
Его надо будет обжарить на сковородке. А пока мясо обжаривается, мы можем подготовить овощи и там, грибы и тому подобное, да? Да. Хорошо, приступаем. Итак, нарезаем овощи кусочками средней величины. Главное, чтобы они не разварились во время приготовления и придали особенную красоту нашему блюду. Затем начинаем закладывать их в сковороду к мясу. Сначала идут шампиньоны. Да. Прекрасно. Сразу можно добавить лук, чеснок, перец и болгарский. Да. Да. То есть зеленый перец острый, да, и болгарский перец сладкий. Да. Ой-ой-ой, какие запахи. И это все делается на очень высоком огне, я так понимаю. Да, да? Чтобы это все хорошо подрумянилось. Сейчас к нам сбегутся все соседи. Потому что запах просто изумительный. А помидоры? Помидоры надо в конце. В самом конце. Да, да, да. В самом конце. И специи тоже? Специи добавлю сейчас. Угу. Сначала соль. В щепотках это, наверное, будет две щепотки одного мощного рыбака. Угу. Меня, например. Да? Вот. Один хороший. Это у нас что? Уцхосунели это. Это уцхосунели? Да. То есть тоже с горочкой целая ложечка чайная. Угу. Это хмель кинзи. Сухая кинза, угу, да, молотая. Угу. Тоже одна ложечка, да, чайная. И сарик утеликуавили. Шафран. Да, есть нахил. Желтый цветок, то бишь шафран, половина ложечки, да, чайной. Все это надо перемешать. Вот с добавлением специй просто запах такой еще так усилился, что я вот уже не знаю. Скажи, это долго должно вот так тушиться? Нет, это где-то 10 минут. 10 минут. Это именно это, вот на плите, нет, на, в сковородке. Да. Да. Сейчас это дают газ, что-то. Сделаем меньше огонь. Это вопротавы. И накроем крышкой. Помидоры кубики, вот. Нарезал помидоры кубиками. И хаматнометр полус, хаматнометр так. То есть это финальная стадия, которая до сыра. До сыра, да. До сыра, ты говоришь. Да. Скажи, пожалуйста, помидоров сколько? Две штуки. Два таких средних помидорчика. Да. Но без кожуры. Очищенных, да, от кожуры. Хорошо. Продолжаем. Мы практически в финале. До финала осталось добавление с очень... Кушать хочется. И очень вкусные запахи. Сейчас добавляем сулгуни. Сулгуни. Сколько тут сулгуни? Это 200 грамм. 200 грамм сулгуни. Да. Тертого. Ага. Ох, это все протушится. И будет тягучее. Да? Угу. И я просто весь в фантазии ушел. Кулинарные. Дар речи отнимается напрочь на самом деле. Итак, чтобы приготовить грузинское блюдо под названием креста, берем кусок говядины и нарезаем полосками. Затем обжариваем эти ломтики на сковороде. Нарезаем шампиньоны, лук, перец и чеснок и последовательно загружаем в сковороду. Обжариваем получившуюся смесь на сильном огне до золотистой корочки. Затем добавляем чайную ложку соли, столько же уцхосунели, сухой молотый кинзы и половинку чайной ложки шафрана. Хорошо перемешиваем наши ингредиенты. Накрываем крышкой и продолжаем тушить 10 минут на среднем огне. Нарезаем помидоры и добавляем к нашему блюду. В финальной части добавляем тертый сулугуни, накрываем сковороду крышкой и оставляем на несколько минут. Ух! Аромат просто с ума сойти на самом деле, такой вкусный. Я теперь понял. Самые лучшие повара на земле
Это мои тезки. Конечно, да. Спасибо тебе, дружище, огромное. До свидания. Давай дегустировать. Давай. Ого-хо-хо-хо. Ого-хо-хо-хо. Мы приступаем к дегустации нашего блюда. С вами была программа «С удочкой по Грузии». До следующих встреч.